родилась в Санкт-Петербурге, училась в Санкт-Петербурге, танцевала и теперь преподаю в Санкт-Петербурге. Поэтому вся моя жизнь и творческая, вся связана с Санкт-Петербургом и с Россией. Школа Вагановой известна по всему миру. К нам едут детки и артисты со всего света получить и научиться системе Вагановой. Это система, которая себя как бы проявила с самой-самой лучшей стороны, потому что мы получаем настоящих, полноценных, грамотных, профессиональных танцовщиков и танцовщиц. Поэтому, когда меня пригласили сюда в Аликанте, я с удовольствием согласилась поделиться своим опытом, своими знаниями с детьми. Детки, которые приехали с открытыми глазами, с открытой душой получить знания о школе Вагановой. Потому что они приехали и западная школа, американская школа, французская школа. Первый урок я сразу говорю, я хочу познакомить вас с методикой школы Вагановой. Дети все очень впитывают хорошо и легко. Хорошие детки, они особенно сейчас с детьми, вот они у нас несколько девочек есть, которые второй-третий год работают. И они понимают меня буквально с полуслова, вот это очень ценно. То есть, значит, семена, которые мы сеем, мы получаем уже всходы. Вот это очень ценно. И они, детки эти выделяются, вот, те, которые работали с нами 2-3 года, уже очень видны. Ну, одним предложением как бы трудно оценить, но это самое главное – профессионализм.